Алло. Алло, да, я знаю, что ты был занят. Да, ничего страшного. Слушай, ты расскажите мне, ты же ехала сзади, я так разумею, правильно? Нет, он обогнал. Белый джип обогнал? Джип обогнал кого, вас? Да, меня обогнал. Угу. И что дали будет? И обогнала сзади Honda. То есть она шла последняя. Сначала обогнала, потом Honda обогнала. Угу. Потом я не понял вот этого маневра. То есть, в принципе, дорога была свободна, но был затяжной поворот. Угу. Вдали стоял вот этот молоковоз. Стоял молоковоз, потом Honda, не знаю, ну у меня почекайте, такое ощущение... Почекайте, как... молоковоз стоял чи ехал? Стоял. Он поехал в самый последний момент, когда джип выехал на уже на середину, ему уже деваться некуда было. То есть, получается, Honda обгоняла цей белый джип? Да, справа, она не обгоняла, она... Начала обгон с правой стороны и прижимать его на середину дороги. Понимаете, что дело? Ага. С правой стороны обгоняла его Honda. По обочине начала Шкода, значит, Шкода, Honda обгонять. И начала прижимать его в середину дороги. Ну, а там затяжной поворот, скорость большая. Ну, смысл. И я так и не понял, почему этот молоковоз вообще выехал. Ну, стоял, блядь, тут раз и поехал. То есть він виїхав все-таки, получається, він стояв і виїхав якби йому на зустріч. Так, він навстречу їхав. І тот того давив, і от потім такий маневр произошел. Молоковоз почав поворачувати лівее к середині дороги, а потім йшов